Здрасте, товарищи! Сегодня будем готовить курочку. Возьмем острый нож, порежем курочки попку. Затем просто запихните пальцы под кожу. Возьмем немного сливочного масла. Добавим в нашу курочку под кожу. Когда будем жарить, сливочное масло будет питать. Еще здесь порежу немного чеснока. Немного, а три зуба. Также сюда добавлю чеснока, чтобы это все питалось ароматом. И сюда добавим немного соли. Тут у меня есть немного орегано. Я также добавим чуть орегано под кожу, потому что я люблю орегано. То же самое на грудку. Так, чтобы это все промариновалось. Сейчас пустим я это все да постоит какое-то время. Возьмем лук, мелко порежем. Добавим я этот лук на сковородку. Добавим я сюда немного масла. И на плиту не на сильный огонь. Пока у нас лук потихонько жарится, возьмем немного белых грибов. Порежем, чтобы было мелковато. Также добавим к луку и немного отварного фасоля. Пока оно у нас все жарится, порежем опять немного чеснока. Возьмем немного петрушки, укропчика и все это порежем. Сейчас посолим немножко все это наше. Чуть паприки молотые. Добавим сюда петрушку, окроп и чеснок. Как это все пустило свой аромат, это будет достаточно. Сейчас мы немножко его прохладаем. За это время порежем два помидорчика, чтобы было сока. Все добавим к фасолю белыми грибами. Опять это все смешаем немного. Сейчас возьмем курочку, зафаршируем ее фасолем белыми грибами. Выложим курочку сюда, добавим на наш пайрекс немного масла оливкового, оставшуюся массу выложим вниз. У меня есть молодая картошка, немного добавим со стороны. Все это еще немножко посолите, залите эту картошку чуть-чуть с маслом. Все отправляем в духовку на примерно 60 минут на 220 градусов. Во, brothers and sisters, берем тряпочку, достаем курочку, плиту выключаем и возьмем одну тарелку, большую, хорошенькую, достаем картошечку с фасолем, возьмем одну вилку, разрезаем курочку по половину, выкладываем окорок, зальем курочку, немного поперчим, украсим с немного петрушки, хотите ее укроп можно добавить, чуть помидорчика, дала красоты. Курочка готова. Привет вам передает Pyrex, TV Jam и Серж. Спасибо. До свидания.